В ожидании главного праздника и Абакан. День города будет отмечаться уже в ближайшие выходные. Готовность почти стопроцентная. Торжества начнутся в субботу в полдень в парке культуры и отдыха. Откроет их финальный легкоатлетический забег, стартуют все. Затем состоится чествование супружеских пар, заключивших брак в день города. Центральная аллея наполнится игровыми, развлекательными, спортивными площадками для детей и взрослых. Здесь же состоится парад собак. Их будет сотня. Развернется выставка ретро и спортивных автомобилей. В огромной песочнице пройдет конкурс песчаных фигур. А на сцене перед первым мостом через Дрену весь день будут выступать творческие коллективы столицы. Вечером публику ждет показ мод от московского дизайнера одежды. А после мультиинструментальное диджей-шоу «Астера» и выступление участника шоу «Голос» Сергея Рутюнова. Завершится праздник вечерним фейерверком. Салют украсит небо и над стадионом «Саяны». Здесь концертная программа откроется в 20 часов. В прологе примут участие семейные пары столицы, затем выступит местная музыкальная группа. А в 9 вечера на сцену выйдет Сергей Лазарев.